И это прошло уже почти 3 года без малого, когда возникла идея, собственно, проверить, как же так обещано это. Обещанного, кстати, 3 года ждут, да? Обещанного 3 года ждут. Вот как раз скоро 3 года и будет, когда нам обещали супербыструю зарядку на iPhone X. Это уже прошло сколько поколений после этого iPhone X, iPhone XR, XS, Max, Max и тому подобное. Да хрена, короче. И это уже 3 года. Они вот каждому iPhone вот дают вот такую вот пиндюлистую зарядочку, которая там, на сколько там ватт, ё-моё, там хрен его даже увидишь без микроскопа. Вот такой вот маленький тоненький кабелек, обычный USB на Lightning. И все идут, а мы ж помним, что нам обещали на презентации 3 года. Обещанного 3 года ждут, кстати. Обещали нам суперфаст, там какая-то зарядка супербыстрая. Вот, потом, правда, если кто помнит эту презентацию, там был такой мелкий, там на этой самой, на презентации все заорали, ура, классно, супер, зарядка за полчаса, 15, зарядка за полчаса на 50% мощности, все, потом купили телефончик, и достали вот такую вот пиндюльку, такую зарядочку и вот такой вот маленький кабелечек. Все. 3 года прошло, обещанного 3 года ждут. И я решил, наконец, не дожидаясь этих 3 года, а попробовать, а где, собственно, эта зарядочка, которая супер фаст, супер быстро чарджинг и вообще быстрая зарядка для айфонов. Это просто супер, когда такая балайка у тебя в руке, и ты сидишь, а ты открываешь коробочку, а у тебя вот такая пиндюлька и вот такой вот тоненький кабель, который сломается, ну, буквально через, ну, не знаю, там, мне хватает там на полгода, да, заломы вот эти вот заломчики, вот, фигня такая. Вот, и проходит, собственно, уже прошло почти, да, скоро будет 3 года, полез я недавно на сайт Apple, смотрю, действительно, написано Super Fast Charging для всех моделей после iPhone X. Четко написано мелким, но с маленькой приметочкой. С маленькой такой приметочкой, в которой написано, что для этого нужен отдельный блок питания, а не вот эта вот финтюлька. По-моему, 18 ватт. Да, 18 и отдельный кабель. То есть вы купили себе айфончик за 1500 в свое время. А теперь будьте добры, еще купите быструю зарядочку. Я, честно говоря, в те годы даже не знал, что такое быстрая зарядочка и как она должна... Не, ну, быстрая зарядочка была там, Q, стандарт USB. Стандарт USB развивался очень долго, очень давно, не помню там с какого 2000 года или с какого. И шел там USB 2, USB 3. И 3.1, и там потом, а вот потом уже пошел Power Delivery. Power Delivery, который может до 100 ватт гнать зарядку на айфоны и на макбуки через, ну, правда, кабель специальный. Но зато есть эффект. Есть эффект, то, что у вас айфон зарядится, ну, как они обещают, за полчаса на 50%. Вот это мы сегодня с вами и выясним, за сколько и как зарядится, за сколько и насколько зарядится iPhone с помощью Power Delivery. Power Delivery, точно. Power Delivery. Опровергнем или подтвердим. Может, им будет плохо, может, нам хорошо. Давайте погнали. Короче, выкинул я эту всю нафиг фигню, вот эту зарядную. И купил, не пожадничал, и купил я вот такой вот кабелек. Оригинальный Apple-овский кабель, еще запечатанный. Вот. Запечатанный тем, кто не верит. Видите, тут есть такая зеленый хлястик. Некоторые мне говорят, пишут в комментариях, что я, мол, долго там распаковываю, что-то рассказываю. Пожалуйста, никто никому не нравится, перемотайте на 15 секунд, и все. Делов-то. Но я же люблю распаковать, я люблю открыть новый. Вот за вот эту вот фитюлечку так вот мы дернем, тем, кто хочет убедиться, раз, что это новый.
И открываем. Что нас ждет внутри? А нас ждет внутри вот такой вот кабелек. Плотненький, кстати. Плотненький. Толстенький, плотненький. Так, это все фигня. Это все фигня. И вот такой вот оригинальный кабелек USB Type-C на Lightning. Слушай, он плотный такой. Он так просто даже не разгибается. Но этого мало. Возьмем для теста вот такой Powerbank, который поддерживает, как пишет производитель, поддерживает PD, вот это Power Delivery, зарядку. То есть он может гнать 18 ватт на заряжаемое устройство. И как раз имеет специальный для этого USB-C выход. Вот сюда так раз. А, кстати, кроме того, он имеет еще и вот такой вот индикатор. Не видно вам, сейчас я вам покажу. Вот такой индикатор, который будет показывать нам процент заряда самого пауэрбанка. То есть мы видим, сколько отсюда выйдет. Этот пауэрбанк на 20 тысяч миллиампер туда, но фактически там где-то 15 оттуда на 2 амперах выливается запросто. 15 тысяч ампер я проверял. Можете мне поверить. Так, давайте с вами все-таки попробуем и подключим. Так, что мы будем теперь делать? Тестировать, самое интересное дело. Самое интересное, значит, что у нас есть? У нас есть iPhone XS Max. Для начала мы, ну я его почти разрядил. Тут у нас сейчас что, 7%. Значит, во-первых, я показываю, что здесь у нас сейчас 7%. Надеюсь, вам видно, что 7%. Так. Этот берем мега супер. Кстати, дорогой шнурок. Дорогой шнурок. Блин, но чего не сделаешь для таких вот тестов, чтобы вам показать. Кстати, сам проверю еще. Хрен его знает. И нажимаю. И вставляю его вот сюда. Так, пошла зарядочка. И мы ставим на. А, кстати, здесь загорелось на дисплее ПД. И мы быстренько ставим. И мы ставим быстренько вот этот вот таймер. Так, чтобы вам хорошо было видно. Значит, и яркость приглушим слегка. Вот так. Уже 8%. И погнали. Погнали смотреть, что будет, за сколько он зарядится. Итак, прошел час. Значит, давайте откроем секундомер. У нас прошел час 06. По пауэрбанку мы видим, что ушло 15% заряда. Вот, и теперь нужен небольшой комментарий, сразу вам скажу. Почему? Потому что с Power Delivery, как выяснилось, не так все просто. Значит, сейчас я еще раз покажу. Значит, час 06, заряд у нас 87%. То есть это прошло больше часа и зарядилось только на 80%. Вот, что в принципе соответствует емкости ушедшей с пауэрбанка. Теперь, собственно, я честно скажу, что я периодически посматривал на время и на ход заряда. Вот. И обратите еще вот внимание сразу, что здесь не горит уже ПД. Power Delivery выключилась, хотя кабеля никто не трогал, все, зарядка шла беспрерывно. Давайте небольшой такой итожик я сделаю. Значит, смотрите, ребята из Купертино нам реально правду сказали.
правду сказали, пишут об этом официально на сайте, и как говорили в презентациях, что ваш iPhone с помощью вот этой новейшей системы Power Delivery или супербыстрая зарядка, как они ее называют, будет заряжен на 50% емкости за полчаса. Я посмотрел, к сожалению, я не сделал такой промежуточной съемочки, да, то есть именно этого момента. Вот, это было, может быть, мое упущение видео, но можете поверить мне на словах, что значит фактически Power Delivery для iPhone работает следующим образом. Вот эта супербыстрая зарядка. То есть в течение первых 30 минут идет действительно супербыстрая зарядка. То есть телефон зарядился на 50% за полчаса. Но после этого я просто заметил, не все, естественно, зарядные устройства и пауэрбанки имеют подобную индикацию. Вот здесь, где видно, какой идет разряд, что подключено, через какой порт и какой разряд. Здесь же видно на этом пауэрбанке, что когда идет обычный заряд, там пишется out, да, то есть идет разряд, какое-то устройство подключено. Если подключено устройство Power Delivery, да, то есть сверхбыстрая зарядка, то, естественно, индикатор это тоже загорается. Это вы видели в самом начале видео, когда я начал тестирование. Здесь получается, при работе, при зарядке айфонов, получается так, что Power Delivery действительно работает и работает первые 30 минут. После этого идет обычная зарядка. То есть, это не значит, что вы за час зарядите на 100%. Ну, как вы видели, у меня зарядилось за час там с хвостиком, да, час, сколько там, несколько минут, зарядилось на 80%. Вот, я не стал дожидаться, сколько дойдет до 100, но примерно, я думаю, можно догадаться, еще минут 20-25 и будет, было бы 100. То есть, после вот этого цикла Power Delivery начинается обычная зарядка. Так что имейте это в виду, это было интересно и для меня, я думаю, это интересно и для вас такое наблюдение. Я просто нигде не видел, что это задокументировано, но задокументировано на самом деле то, что 30 минут и заряд на 50%. Это правда. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересного. Всем спасибо, всем пока.